1 раз 20 плюс 5 марта 2015 года мы с вами услышали первый концерт Мэгги Гагетидзе. Chamgit imdeni viarot ronga viharot samodi kwekana shemo viarot samodi chamkhevi prena visalot zeshmi akhlodet zeshmi kwarot meshen shekhtebi ikats da akats samodi momene tat viarot I say, I don't be square, be a mess and twist, be shook near. Essim redats, that's the quarrel is what? Carry me, she's each said that's Ashley Mass. Nerve beats, she said Ashley Mass. Is a me quarrel, her way up, snoop chimp house. Is well up in him, she's remills gals. Malet amo wa pip ke bichidan Toli sunelits ha el shit gas Esa khalit elits mova da chwenia Sarsuls gava dans enas da das Zeo hamadi amadate Zeo nudan twa Zeo gamach pe Snap squat, me shen twist.
ვიაროთ ხელები ჩამ კიდე საშემოიაროთ იმდენი ვიაროთ რომ გავიხაროთ წამოდი ქვეყანაში მოვიაროთ წამოდი წამხები ფრენა ვისალოთ ზეს მიუახლოდეთ ზეს შევიყვაროთ მე შენ შეხვდები იქაც და აქაც წამოდი მომენტე ერთად ვიაროთ ასე ვერავი ვერ გიგრძნობ სხვა ასე არავის სხვარებია მე შენთვის მიჩუქნია ეს სიმღერაც და სიყვარული სხვაც ქარე მიშლის ისედაც ასლებ მას Гамарджобац. Здравствуйте. Я очень рада, что вы здесь. Залян Михари, я вам теперь была не Акхарт. Мадлуба Хмельцам, из Туис, Мадлуба и Мадам Яневс, Ромир Мац, Амбала Прасхалищева, Уцкас. Спасибо Богу за все. Следующая песня, которая прозвучит, это называется «Мир цветов». Это сделано на грузинских мотивах, но она чуть авторская, можно и тоже сказать, потому что абсолютно переделанная. У меня было 9 месяцев беременности, когда я спела эту песню. Да, и сим грачем тусь дзален дзуль фаседок, гидзу нет пэлэс. И эта песня посвящается моей стране, Грузии. Я из Грузии, и эта страна, и это место для меня святая. И это понятно, потому что ни у кого не заменить свою страну, свою душу и свое понимание. Я вас сейчас дарю эту песню. Я хочу, чтобы мы были объединены сегодня, чтобы между нами никакая граница не была, чтобы мы с чувствами были вместе. Хотя я чуть-чуть грамматически очень многие ошибки допускаю, когда я говорю на русском, но это ничего. Главное, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. Чем скартфелепс и деуромлевец с утальян бюри акхарт, тиди сикуарулит геперебит, мадлоба и мистуис ром акхарт, чем танерт акхарт. Мадлоба гмерц, ола пристуис, мадлоба ткве, тогда нарчани шевец дебиром, как изъявоц, чем и грызмобеб. Начинаем. Ведь мама сидит на бит.
гмелш, рогорд сакартвелоши. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Это для меня... Здесь вы все такие теплые, светлые. Так выражайтесь в аплодисментах и во всем. Я вас всех чувствую. И спасибо за все это. Сейчас мы споем песню, которая называется «Мэйдэшэн». «Я и ты». Прямо без каких-то... Слово мы начнем. Эхагим гэрэп цим гэра сромлсат скуя мэй дашэн. Олэн гэрэ шэсау лиз гарэшэ, эсэти цим гэрэк так и цунит хуэлэс. Сейчас гаучди, кубулети да пилики тварис. Чем по нас им
Спасибо. Спасибо вам большое. Диди мадлоба. Угромаси мадлоба. Кайхарит. Эхла гимгэребт симгэрас, ромелиц арис Анна Ахматовас лексзе гакетебули да мелодия автор, ано соавтор чвени. И сейчас вам свою песню, которая на стихотворение Анны Ахматовой. Я очень люблю его творчество. Вот. Такая, не знаю, экспериментальная песня, но очень красивая. Thank you.
теперь надежно вместе. Поверь, что я в твоей невесте. Нет, не выхмися мне, не Спасибо вам огромное. Спасибо. Это любовь, с диди сихуарули, а с чем-то с диди крутнуба, да ганс, да ама замети, албат. А я сихуарул замети, а ругулись мы конкретно, да, рагац конкретно, смаграм, а сихуарул за уртирц, калге базе, уртирц крутнуба замети, албат, арапериарас. Спасибо вам за понимание. За то, что вы понимаете эти все чувства, переданные в нашей музыке. Я сейчас хочу позвать Диму. У нас такая песня. Можно сказать, что такая импровизация. Импровизацию мы сделали очень интересную. Вот наш Дима. Он очень интересный, творческий человек. Он очень крутой ведущий. Вот сегодня он с нами. И с музыкальными, можно сказать, моментами. Дима, смею салмот, и все пару лет из Дамиан. Аргия Дамиания, Дамиан Ничерия Дамиания. Ампания, это Дамиан, если ты. Гарги, да, Тарма, ты будешь, я тебе боюсь, класс. Да что, Дамиан, так, да, убрался, если импровизирую булат, чем могу я тебе верить, им гадаш. Чуковар дебит,
ვიცი რომ შეგი ხვარდები მინდა გაგაცბო მერე გაგაქრო სიყვარული და ფიქრი გასწავლო გაჩუქებ ყვავილს წვიმაში გაზრდილს ჩაკიდებ ხელს გადამდგამთებს გადამდგამთებს Дамова дрон, да шеги хвардеби, мида гачука мардеби, вичи рам шеги хвардеби.
Спасибо. Маги Гагетидзе. Дима, большое спасибо тебе. Ты невероятно талантливый человек. Спасибо за это все. Мэджик. Дима. Дима Адлобан, Кайхарец. Эх, им говорят, всем говорят, что мы с Адшкуя Адам и они. Акцирит этот раз, им говорят, каждый день был Саутору. Я буду не мешать, если бы его с Хавери. Эта песня, которую сейчас спою, называется «Человек». Это авторские песни все, и это тоже авторская. В этом песне говорится о том, что я иногда злая, я иногда добрая, я иногда люблю любить, а иногда без разницы для меня все, что я винная и что я невинная, что иногда я могу делать добра, а иногда могу сделать вообще. Но все равно голос Бога во мне летит, как ветер. А там я. Thank you.
пустить, как ветер. А я собор, а там я не. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мне очень приятно вас видеть. Почему включили свет? Вы все так красиво выглядите, вы все такие хорошие. Диди мадлубак и деверт, хеди мистуи шомак харт. Царян Михалия. Чем-то сейчас я для вас спою песню. В котором есть стихотворение очень-очень большого, талантливого человека, грузинского, известного поэта Теренти Гранели. И совместный, там будет еще кусочек Гуджа Бурдули, он тоже очень талантливый и крутой писатель, и мои слова. Это все объединено в одном музыке. Мы сделали его, можно сказать, чуть-чуть повеселее, чтобы все это до вас дошло. Спасибо вам большое. Мы будем для вас петь. И если что, когда будут песни такие танцевальные, можно сказать, вы можете здесь прийти, и мы можем еще общаться с друг другом. Весело. Tree of Landers, mean that all she.
быть мать и хвали до чёрндес. La soirée la ускори под покровс. Come on!
Спасибо. Угромеси мадлоба. Танк арги, если ген активный дарбази, хард, вы очень активные, можно сказать. Можно. Вот мне, я люблю, когда такие люди приходят на мой концерт. Которые адекватные. Сейчас мы споем для вас песню, которая вот эта песня, там начинается грузинский, ну, не знаю, можно сказать, что мировой поэт Важа Пшавела. Гениальный. Больше него я не знаю, в этом плане я ничего не слышала. Важа Пшавела это является самый высокодушный писатель и поэт, у которого прямой связь и с Богом, и, не знаю, с людьми, и все, что дышит и не дышит, все, что вокруг нас. Вот. Я эту песню начинаю всего словами, и потом у меня там есть отрывки, и потом уже продолжается с моими. Я хочу, чтобы вы эту песню послушали. Чама Андреевич,
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Сейчас я спою для вас песню, которая называется «Не бойся». Хуари ханда ханрой, паушуй, ушлис, агатсан, карьерас хейлсан, адамьянзарагат, хо, эснегат сэпицар сэгустав, бэври, икауэп самизган таусмакам, и да гитхат рой сарарис цоу. Амазэ диди дзала, арапери. Я перевяжу, переводу, переведу. И эту песню, которую сейчас спою, написала, когда была беременная на второго моего ребенка. Сила больше этого, чем внутри тебя. Кричит. Второй человек нету. И поэтому никогда не бойтесь этого. Это большинство Бога. Укреши меня и силу. Ha, Harvey!
бойся, ты не один. Спасибо вам большое. Спасибо. Иди Маглуба. Хвала Сурмаси Маглуба. Иди Маглуба. Я хочу тебе сказать, помни, что я буду тебя ничем с ней увлечь. Учми нас, а ты гонец. Чем с Дитси Варлс. Когда ты еще без лет, мы узнаем, кто из Дитси Варлс. Куда вы все год? Денс мусигаше или вайткас, изе, и уморши, кичмет вэлас. Ткэн, ши гидрэв мюзмат, ткэн, мин сац кингэс, ткэн, ром мюзмат, мэ узмэ чан свэвэлэс. Ша гидрэв гамохмэд, мохмэд, такахлош, сахаш мэц мовалар.
Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Это так важно для меня, потому что не то, что вот я спела, вы и вот как-то какой-то человеческий момент. Нет, то, что мы сейчас вместе. Вот вы, так случилось, что мы все сейчас вместе. С каким-то смыслом мы объединились сейчас. Ну, оттуда приходят мысли другие, но в основном мы вместе, и нас объединяет любовь. Потому что кроме любви у меня нечего сказать. Если будет сказать, я его убью, потому что не хочу. Не то, что не существует во мне что-то плохого, нет, наоборот. Во мне очень много что-то такие. Но я их убиваю, и хочу до вас донести только любовь. Потому что не умирает, не умирает только любовь. Эта сила остается навсегда. И мы сейчас в этом веке очень тяжело. С любовью и с честностью, и с этим нелегко все удается. Но когда любовь есть, то Бог помогает. А если Бог помогает, ты достигаешь потихоньку, но что-то берешь в руках, его тебе не отнять. Понимаете? Вот. Поэтому я выбрала путь любви. Спасибо вам, что ты со мной сейчас в этом. Спасибо. Сейчас песня называется «Сердце» – «Гуло». «Сердце» на грузинском будет «Гуло». Я привожу тем людям, которые не слышат грузинский. «Гуло». «Гуло». Это уже песня, да? Нет? Всем дорожку я «Гуло», а когда вы себе память чесала, что раз я ругуралист, то на ней «Кайки таус гулац». Можно этот свет убрать, чтобы еще темнее стало? Кула, целина, кула.
ჩაჩხალა გულა სუსტო და გულა ძლიერა გულა ფეჩკაო გულა ჩაღრულა შენ აქ რჩები შენ ვერ გადალახავ სიკვდილის ზღვარს შენ ახარ რჩები ჩაჩხანის ხეულის მზე Спасибо. Спасибо вам большое. Я сегодня решила спеть одну кавер. Это Земфира Лондон. Не судите меня. Просто я хотела, спеть одного человека песню такого, который, например, для вас ясно, для тех, которые по-грузински не говорят, вот, кто в России живут, те люди, которые сейчас здесь, да, чтобы для вас было это все понятно. Для вас я выбрала эту песню. Вот. Я с речью чуть-чуть... Ну, ничего, главное, что я чуть-чуть домами доведу все, что хочу. Чем как-то в Грузии, я говорю, она играет, если вы говорите. И сейчас...
აი ხარეთ და გამიყოთ. Мне приснилось небо Лондона. В нем приснился долгий поцелуй. Мы летели вообще не держась. Кто же из нас первый? Песни на Тауэрский мост. Утро, утро, я узнаю утро. Ты узнаешь позже эти слов дороже. Ничего и я же зверь один, ночка промахнусь, свихнусь, ночью не заметит никто. Все тотчас зверь один, ночка я считаю, да, точки до последней, да, точки побежали летать. Спасибо вам большое. Спасибо. Тишина, тишина иногда как красит, да, все, мы просто стоим. Пути обратно нет. Моя дорога сильная, хочешь поверь, хочешь нет. Моя любовь широкая, как море бесконечен есть. Моя душа удивленная, Господи, ты будь со мной. Только Господи, ты будь со мной. Yeah.
городе нет день и ночи. Люди ходят, будто не ходят. Мечты приходят, скоро отходят. Верь или не верь, здесь только ты. Надо быть сильным и верить, и верить. Возьми в руках. Счастье меня свои мысли бьет, сердце не хочет остановиться. В этом городе нет день и ночи, люди ходят, будто не ходят, мечты приходят, скоро отходят, верь или не верь, здесь только ты, надо быть сильным, возьми в руку. Со мной. И бьет сердце, не хочет остановиться. Бьет сердце, не хочет остановиться. Рвет на части меня свои мысли. На расстоянии есть состояние.
возьми в руках, это твой мир. Спасибо вам большое. Συμβαίνας, όλοι θα είστε στην κουζίνα, κάτι, χέρι δεν έχει σηκώτ, δεν μπορείτε να κάνετε σεβάτ, είναι σχεδόν πραγματικό, такую веселую песню, можно сказать. Мы потихоньку уже приближаемся к концу нашего вечера, но мы обязательно еще раз встретимся, я уверена. Еще не конец, но приближаемся уже. Кай Харет, Диди Мадлова, у нас гидж мы там собрались. Da!
огромное спасибо организатору этого вечера. Это Дарья Бикбаева. Женщина, которая мировая, можно сказать. И еще хочу огромное спасибо сказать Лии Гугитидзе, которая мне очень помогла во всем. Я хочу всем вам сказать спасибо. И сегодня мне позвонили монахи, две монахи, которые наши очень близкие, моего и моей семьи. И они все время, вот все это время молятся за меня, за мою семью. Я их хочу там сказать спасибо, где они сейчас. Вот. И всем музыкантам, которые отличные, из Кубы парни вообще. Они чувствуют музыку, они от души здесь, от сердца. И все они, вот кого вы видите, вот они все от души, честные, правильные и играют. И от меня большое спасибо вам тоже. Все, кто причастен ко мне и с моей вот этому концерту, всех благодарю. Сейчас хочу позвать на сцене Дарью Быкбаеву. Женщина, которая сделала этот концерт, организатор этого концерта. Уважаемые дамы и господа, учредитель продюсерского центра Дарьи Бикбаевой, Дарья Бикбаева, человек мира. Подождите, я с вами хочу. Мэгги, если что, тебя обнимает весь дом музыки. Я с вами прощаюсь. Хорошо? Но мы обязательно встретимся. Обязательно. И спасибо всем вам. Если бы не вы, то этот вечер не состоялся бы. Каждый из вас. Холод квентаган, сухрвесимад лоба, сихуарулиствуис, ситфосуис, мосуиствуис, аямэмуциемис, гадсуиствуис, дахвэлаприствуис, диди мад лоба. Кайфарит. Симхерарис, Гия Канчелис. Это песня, автор этой песни Гия Канчели, великий грузинский композитор. Я хочу закончить с его песней этот вечер. Shin Sahis Kaur.
Thank you.